второй день международного фестиваля «Золотой шлягер» – день официального открытия. Могилев встречает звезд, прибывающих скорым поездом из Москвы. В ожидании станционный смотритель, водители, на каждого артиста персональное авто. Первым из вагона выпрыгивают Иванушки. Спали мало, но настроение хорошее. Готовы к концерту прямо сейчас. Алиса Мон не забывает похвастаться своей новой сумочкой и содержимым. Ну, у меня есть золотой шлягер и бриллиантовый под названием «Алмаз», поэтому, естественно, я должна была приехать. И одно желание на всех – выспаться. Пресс-конференции участников фестиваля идут одна за другой. Алиса Мон шутила о возрасте. Костя меня ругает, что я говорю, там, я женщина в возрасте. Я женщина. Ну, это, кстати, новая песня. Но мне очень интересно, да. И даже спела на тарабарском языке. Евгений Шахрай запел вдруг на белорусском. Я клюткин и бачил, не мило мне жить. А Иванушки доказали, что выбор репертуара – дело непростое, и невольно окунули всех в артистические, простите, разборки. Жалко, что мы не будем сегодня петь ни «Снегири», будем, ни «Тучи». Будем, вот как раз сегодня попросили петь и «Снегири», и «Тучи». Посадка аллеи – еще одна добрая традиция фестиваля «Золотого шлягера». Оказывается, к таким садовым работам звезды приучены. Родион Газманов, естественно, своим знаменитым папой. Дайте мне что-нибудь сделать. Сейчас, леечку, леечку. Семен Мильштейн, казалось, виртуозно не только трубой владеет, но к посадке деревьев у него особое отношение. Лопата, ребята, это мое любимое оружие, да? В скором времени в Могилеве вырастет целый парк, посаженный руками звезд «Золотого шлягера». Фестиваль – это не только концерты, это еще и ярмарки. Приехали мастера из Нижнего Новгорода и Пскова, Чернигова и Калининграда. Я как отношусь к белорусам? Я их очень люблю. Вильнюсские самоделы привезли даже свои мотивы. Тут и монету вам выкуют на память и на счастье. Развлечений в «Золотом шлягере» на любой вкус. Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер 2013». Долгожданное, пожалуй, одно из самых ярких событий «Золотого шлягера» – проход звезд по ковровой дорожке в зал, где через пару минут состоится открытие фестиваля. А почему нет? Чем мы хуже Канн или Ниццы? Конечно, всем интересно, что же обычно во время концерта происходит за кулисами. Родион Газманов на концерте обычно поет только папины песни, но для дневника «Золотого шлягера» спел свою, и не про собаку, а про кота. Белый персидский кот делит ее покой. Белый персидский кот с серой полосой. Пока Бонни и М разминали друг друга перед выступлением, коллектив Кристины Арбакайте и только для нас в полном составе сел на шпагат. Не прошел мимо нашей камеры и Виктор Салтыков. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан. Такая наливается мне тема. В Могилеве бабье лето. Так и тянет собрать букет из кленовых солнечных листьев и сохранить его обязательно до зимы. Как вам могилевская публика? Очень дружелюбная. Впереди еще сольные концерты и сенсации от любимых звезд. Хотите узнать о них? Смотрите дневник «Золотого шлягера».